Первое заседание губернской думы нового созыва длилось больше 3 часов. Все решения депутатов касались, что вполне естественно, самой думы, ее структуры и предстоящей работы. Избран председателем стал Виктор Сазонов, возглавлявший областной парламент последние 15 лет. Первым вице-спикером стала Екатерина Кузьмичева. Назначены и еще 3 заместителя. Это представители партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Определились и составы думских комитетов. Их в этом году 11 вместо 10. В преддверии чемпионата мира 2018 года отдельно выделен комитет по строительству. Стоит отметить, что значительно сократились расходы на содержание губернской думы почти в 2 раза. Уменьшается количество транспорта для обслуживания парламента. Кроме того, подавляющее большинство депутатов будут работать на общественных началах, то есть без зарплаты. В новом составе депутатов 6-го созыва на постоянной основе будет работать 14 человек против 35 человек, которые были в предыдущем созыве. Безусловно, это и экономия финансовых ресурсов в значительной мере. По словам губернатора, который был на первом думском заседании, главная цель депутатов – выполнять наказы и работать на благо народа. Конкретных задач у нас очень-очень много. И их придется решать в значительно более сложных условиях, где дефицит бюджета и у нас, и в стране. И каждый рубль должен работать значительно более эффективно. Губернатор и председатель Думы поставили перед депутатами первоочередные задачи. Это разработка бюджета региона, совершенствование законодательства по ЖКХ, социальной сфере и местному самоуправлению. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.